Это странно. Спайк с Киарой там что-то на озере ловят, делают. Странно. Пойду гляну что-нибудь. Доброе утро все. С нами что? Прям странно как-то. Неужели они там змею какую-то словили? На мотоцикле. Что-то там они сильно в азарте. Спайк! Яра прибежала. Что вы там делали? Я так и не понял. Спайк! Что вы там делали? Спайк! Бежит. Или лягушек реально кошмарили, или... Ну, странно, очень азартно так. Велись, молодцы. 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 Спайк, тише быть. Спайк. Спать, нет, это детская, спать сюда иди. Нельзя, это детская. Понимаю же, все дети. Нельзя, нет. Это малой, игрушка. Спать, уйди, уйди. Нет, говорю, спать, нет. Лишь бы поиграться. Вниз. Трепет будет. Киара, оставь. Ты ж малый, нельзя, нет. Киара, спай! Все. Прыгай, Кел, прыгай. Молодец, ты почки не сел. Задрестали, блин, задолбали. Ты что делаешь, Калуська? Теперь у тебя новая, это будешь защищать ее. Забоялась, убежал. Здесь скрипело убрал, короче. Чтоб не скрипел. Видите, что с деревьями делают? Они качаются, деревья, от ветра. О, опять скрипело. Это не дерево качается, а мое сооружение. Прикол, ходит. И он трется. Сейчас уголком зафигачу. Отсюда смотришь, вроде дерево играет. Не пойму, что игра, дерево и... Дерево. Дерево играет. Головка за задок посажена, если что. Я подметаю, убираем, колдок валяется. Что это с колобком? Он вокруг здания бегает. Кстати, вот дверь открывается, видите? Еще что? Круги тут писал, да? Вот видишь, что получается? Что... Ну так бы. Блин, надо было нам. Ой, блин, короче.
Короче, ладно. Сейчас все убираю, доски, носки, все, что не так лежит. И кёрхер. Сейчас снижание скажу, чтобы пришел этот вольер, сила с ним. Ух ты, малышка, ты покормил меня глазик. Пускай хромает. Посмотрел, там его лапка. Короче. Коготь, надо подстричь, но я не знаю, что там дальше. Вроде все чисто. Все перемыл. Здесь тоже все выдува. А то я плиту тогда помыл. И все вот это вот здесь, вот что лежало, все. Сейчас все скинул, завтра еще плиту помою. Все помыл. Так, кефир берем собаку. Чистенько все. Все вымыто. Всем привет. Олег, тебе тоже, брат, привет. Так, чуть-чуть с графом. Олег, надо построже быть, по попе ему надавать, чтобы он умел себя слушался. Мой совет такой. Так, ребятки. Просмотрел видео знакомства с мелким. Он прям на эмоциях, это опасно на самом деле. Надо, чтобы он умел контролировать себя. Спать не поймет, откуда прийти. А здесь прохладно. Где? Ну, вода чистая. Так, значит, сейчас буду измерять, смотреть. Так, раз здесь прянкируюсь, вот это будет зона у одного. Так, раз. Два, три, четыре, пять, шесть. Так, ладно, хватает. Просто я так хочу, чтобы проходы не закрывал вот этот проход и вот этот. Чтобы из чего вывести кого-то, не знаю, завести. И тут очень опасно будет. Надо как положено все сделать. Так, ладно. Погнали покупать и делать. Опять домик делает, прикол. Ладно, сейчас первое готово. Не знаю, вроде плотно сделано, так что, блин. Спокойно сидит, да? Так, ну сейчас самое интересное. Сейчас следующая пара, спайк с Киара уже на цепи. Блин, там чуть... Пытаюсь плотно сделать, но карабин большой. Маленький не вариант, а большой делаешь, чуть гуляет тогда. Или сильно плотно, или чуть гуляет. Так, что у нас тут есть еще? Арак, иди сюда. Лишь бы он не выкинулся, стремился. Давайте вот так, учину его нахер. Пойдем. Спайк подумал, что на бои его привел. Так, вот теперь их трое. Лишь бы араб вот здесь головой не ударился. Он любит вертеть. Я решил и вот так, сука, кобель, и вот так.
Кабель, сука. Араб, иди сюда. Араб. Араб, иди сюда. Араб. Нельзя спать, нет. Араб, иди сюда. Араб. Араб. Нет. Кими! Арабчик, иди сюда. Хочу проверить. Длину, докуда он дотягивает. Бля, плотно ему сделал. Но ему лучше плотно, он вывернется. Причем прыгнет. Араб, иди сюда. На. Так. Вот так все. Так, вижу. Значит, вот там. Так, вот так. Молодец, Араб. Плюс еще на ошейник. Короче, вот сюда. Пойдем, пойдем, пойдем. Стоп. Да ты что? Это привыкшая к цепичке. Ничего, пусть привыкает. Так, я думаю, может Мусу и Багиру просто отпустить во дворе пусть и все. Просто это безопаснее будет. Так, если Мусу и Багиру чисто отпустить, они себе найдут, правильно, проход? Сейчас я гляну, где этот проход. Если бы можно было... Да, закрыто. Страхуюсь, не знаю. Закрыто. Так, нужно просто дальше посеть колобку. Колобку будет прохладнее, знаете, делать уже в том воде. Мало его позастенешь. Тише, тише, тише. Ну что, жара, пойдет сюда. Колобок, ты смолой будешь нести. Колобок. Иди, Валер. Валер, колобок, колобок, сюда иди, Валер. Колобок, Валер, давай. Колобочка, Валер, колобок. Колобок, иди сюда. Давай, Валер, молодец. Все, потому что сейчас дальше. Сейчас жара туда перекинется, а здесь станет прохладно. Так, ну и все, в принципе. Отпускаем их. Им спрятаться. И сейчас посмотрим. Там, конечно, намного прохладнее. Сейчас посмотрим. Может, я не хотел туда Мусу лишний раз сувать. Но Мусы голова широкая, удобно с ним. Если его закроешь, он точно нет. Лапка, блин, он точно там не выйдет. Нельзя, сейчас попробую. Нет! Уйди! Я так этого боялся. Сюда. Так, нельзя. Сидим, как хромает, у него палец что-то набух, который поврежден. Воспаление пошло. Так. Так, так, так. Одного сюда. Спака, ну иди сюда. Иди сюда. Вот, вот, сюда. Вот, сюда. Тише. Вот до сюда, да? Так, значит. Блин, тут сейчас листы все покорежи. Ким, иди сюда. Ким, иди сюда. Ким, иди сюда. Ким. Спайк знает, что такое цепки. Ара, по-моему, знает. Ким, иди сюда. Кимка. Иди сюда. Ким. Ким. Иди, Машка. Молодец. Иди сюда. Ким. Иди сюда. Ким, иди сюда. Иди. Киара нельзя. Кими, иди сюда. Кимка, иди, иди, мой, иди. 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 Молодец. Тише, 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 тише. Спокойно. А ну, Кимка, иди сюда. Иди сюда. Так, извиняюсь, что плотно. Кимка, на. Нет, тебе пойдет, да. Блин, здесь стекло опасно. Так, 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 что-то странно, да? Так, сегодня тут цепи длинные, блин, получились. Так, что ж.
Ну, вот здесь как-то. Нет, здесь жарче. Так. Блин. Что-то тут совсем мало получилось, да. Ну, сюда, может, все-таки. Не, мусор сюда точно нет. Мусор сидел, то вот сюда. Блин, надеюсь, он тут ничего не пошкарял. Сюда он точно не будет выходить. Вот так вот мусор можно. Так, абагировать сюда, посмотреть на коротенькую цепь. Так, мусор сюда, он не дотянется. Да? Сейчас так. Или в угол его подошлите мусор вообще. Так. Вот сюда, да? Если вот сюда мы сделаем мусор, будет нормально. Где? Мусор опять у себя сидит. Бежит я. Чего не спать? Нельзя, Багира. Он его облизывает. Нельзя. Все. Стой. Спокойно. Стой. Тише. Ну, стой, успокойся. Что-то близко, да? Значит, нельзя, чтобы не касались. Смотрите, как все ртом не дышат, и он дышит. Потому что он в жаре был. Сейчас, надеюсь, лучше стало. Да, у него палец припухает. Антибиотик может дать. Здесь эта девочка. Стоп. Так, я думаю, может у нас температура заболеет. Тише. Где раз, спокойно. Сейчас температуру померю. Почему он так дышит? Багира, ну угомонись, да? Танцует на ходу. Смотрите, все спокойно, все с закрытыми ртами. Один муска у нас с открытым ртом. Нельзя, Багирка, не превышай. Ничего, малышка, привыкай. Просто туго затягиваю, чтобы ну, голова маленькая, чтобы не вылез. Тише. Но все равно нормально для первого раза. Так, пойдем температуру померим. Так, вот да, блин. Пройдемся, посмотрим. Раб, ты привык. У кого голова большая, тому проще. Ну, цепь не так сильно затягивается. Так. Перепроверим у спайка и гер. Так, сейчас телегу сразу будет. Гер, я проверю. Не, нормально. Уже не сколько. Он тоже плотный. Прям плотный. Надо. Молодец. А спайку привычно. Так, пойдем мерить температуру. Ну все, так эти вы друг друга достаете, нет? Вот этот момент меня интересует еще. Багирка, иди-ка сюда. Багир, иди. Молодец. Иди, мой, иди. Вон, спайк. Молодец. Молодец. Багирка. Вот, отлично. Чуть надо еще чуть укоротить. И прям отлично получается. Молодец. Да, терпи. Нормально. Красотка. Красота.
Даже. Пойдем домой, дома прохладно. Ну, градусник тоже взял, пивечку. Пивечку, пивечку. Не хочешь? Че нам? Мухи? Угу. Мышка, пивечку. Привет, босяк. Давай. На пивечку. Распластал. Ара. Мухи, мухи. Пивечка. Видите, они превыше цепи. Спокойно стоят. Пивечка. Им не жарко одним словом. Да дырка опять, слышишь? Так, градус не взял. Ну, по мере уже, видите, все прохладно уже, дышит спокойно у нас. Блин, палец. У Киары также был палец. И чем-то его помазали, помню. Орок. 38,3. Хорошая температура. Все. Главное, не прохладно. Тише, тише. Сейчас. Подписчики сказали водой полить. Будем слушаться и выполнять. Просто подъем. Не будет, не будет. На. Главное чисто грязненько. Как змея я. Видите, как забочусь о вас, а? Смотрите. Так, так. Давайте чуть пополиваем. Будет еще прохладно, да? Ну что с лапой делать, а, блин? Чем мазать надо узнать? Вести из-за этого не хочу, надо просто спросить, да? Муса! Муска, иди. Не бойся. Кто-то ловит воду, мои боятся, когда так поливают. На. Арабчик, молодец. Ой. Тапочком по голове получил, перестал скулить. Это скулил как это. Что за у него характер скулёж? Ужасно. Араб! Араб, иди сюда! Арабчик, ты чё, не иди? Вот он.
Трусливый, конечно. Да невозможно сидеть. Аж скулит. А столько трусит. Молодец, я что не дает. Все хорошо. Ты еще и порежешься, ёпт вашу мать, вы чё? Тише, тише. Араб, угомонись и выйди оттуда, как тормоз тебя ведет. Багетка, не бойся. Специально что делаю на них, чтобы привыкали, не боялись. Багира, ты чё, малыш? Молодец. Как раз проверяем, как цепи. Хорошо. В принципе, хватит, не? Ой. Я не хотел так. Молодец, не бойся. Ну все, все, все. Молодец, как ты что вы. Не знаю, что такое цепь. Молодец. Молодцы мои. Красавец. Молодец, Багир. Молодец, Муск. Кто виляет хвостом, те молодцы. Ара. Иди сюда, араб, хозяин просит. Араб, иди сюда. Иди сюда, молодец. Вставай, не бойся, ты просто цель. Это молодец, красавец. Конечно, психика у араба отменная. Трус таких еще белосвет не видал, наверное, пить бы. Ну, у меня точно во дворе таких трусливых еще нет. Трус. Багира нашел. Когда вот такие собаки, ну ладно, это социализации где-то не хватает. А этот... Ты чё орёшь? Кто такое, я не понял? Я говорю, ты чё орёшь? Мы с тобой чё, не разговаривали на эту тему? Угомонись, орёт он. Тебе жалеть я не собираюсь. И так и много вам доброты, внимания. Надо на цепь посадить его, араба, на всю ночь вот там привязать. И пусть учится на цепи быть. О, сейчас он грязь. Нельзя. Багира, успокойся. Все. Так, ладно, пусть сидят. Молодец, пошел. Молодец, Москва. Умничка. Умница. Пойду вам лестницу приготовлю. Уберу ветки, а то камера не видно. Так, по тапку по голове. Выключаем камеру. Скулёша. Тебе сколько раз говорил я, а? О, какой красивый. Так, будем мазать. Гормонально. Все живы-здоровы. Молодцы. Привыкли? Ты не режешься там, надеюсь? Молодец, бы. Молодец, Багир. Ух, когти какие длинные. Молодец, бы. Вставай, Багир. Она любит вот так вот, знаете, к земле припасть. Так, будем мазать, не переживай.
молодецким. Так, начнемся. Так. Не мусор первое. А то он вход закрыл. Там спайк. Вот так. Хотя я вот так могу со спайком пройти. Молодец. Ярко, молодец. Что значит цепи привычно? Спокойно сидеть. Да, Рачка. Молодец. Иди сюда. Ну. Переждали жару. Молодцы. Все меня слушаетесь. Чего тяжело пить буль? Тяжело пить буль такой, да? Тяжело пить буль. Тяжело пить буль. Тяжело пить буль. Так, молодцы. Давайте начнем потихонечку вести на свои места. Основная жара уже все прошла, уже нормально. И они, видите, по камеру смотрю, уже хотят уйти отсюда. Давайте с миски начнем. Миска банкирка, молодцы. Блин, лапа, мусор. Как он? У Багиры так же было, но ничего. Тихо, не радуйся, секрет. Стой. Ну, будь счастлив. Ты не нацелен. Так, теперь Багира. Здесь мы погулять, следующий закроем. Красавчик спай. Смотри, как он красавчик. Настоит, даже ждет. Спокойненько, да, малыш? Ты спокойненько ждешь, смотрите. Смотрите, красавчик. Пойдем, пройдемся. Идти. Спокойненько. Резкие движения. Замерзший солдатик. Так, ладно, пойдем. Все, к ней не захотел такой прав. Мне очень дружит. Бедный мускул, народный мускул. Нельзя, мусы. Все, это зеленка. Техника безопасности. Этим мы устрашаем. Так, молодцы. Кого можно отпустить? Так, нет, не буду никого отпускать. Молодцы. Все, молодцы. Так, красавчик. Сейчас пусть они в туалет сбегают. Блин, не надо было мочить, честно говоря. Спайк начал опять кашлять. У нас ингаляция закончилась, надо заказать. Сегодня последние 4 этих сделали, закончилось. Так, что мы должны сделать? Сейчас вагончик привезут, отец везет вагончик. Со стеклопакетом, только железный. Так, куда его ставить? Честно, я вообще не хотел его. Потому что и так и некуда. Лучше я начну по вольеру здесь сделать, чем захламлять кучи-то. Так, по-моему, вы не хотите в туалет. Стой. Нет. Спайк, домой. Стой, говорю, стой.
сразу до своих лягушек, как он их любит. Самая красивая это багир. Ой, киара. Блин, какая она крутая. Посмотрите просто. Смотрите, какая она крутая. А? Блин, как бы хотел отношения. Жесть. Араб, ты рот все закрой. Мычит. Теперь не скулит, а мычит. Стой. Нельзя спать, иди-ки. На. Вот это можно араба с этой. Кто там ходит? Курица какая-то. Да. Апа. Ой, вот это отлично. Может и вот этот, блин, красавчик, а, молодец. Арабчик мой, малыш мой красавчик. Покусали, что ли? У тебя шкурка нормальная. Малыш, надо привыкать. Я его хочу так завязать как-то. Прям на сутки, чтобы он привык, а то он стрессует. А так, может, он станет более коммуникабельным. В любом случае, он начнет двигаться. Я бы его на ночь завязал бы. На ночь, понимаете? У него очень хорошо получится. Только не камера. И у него получится... О, тише, тише, подожди. Араб, пойдем. Сейчас его не понимает. Еще не понимает, что он все отпущен. Араб, пойдем. Опа, ой. Сейчас, дочь. Отскажу. Нормально, все. А ты боялся, вечно. Тише. Да, все отлично, отец сразу в горы отвезет. Вот это все. Тише. Да хватит обниматься. Тише, что за харизматичный? Типа, что за энергичный, точнее. Он больше энергии. Вот граф был харизматичный, а этот энергичный просто. Не понял? Так. Отлично, захомлять не будем потом. Как раз в горы буду ездить, уже будет их где там закрывать. Отлично. Ну все, счастье-то сколько. Умничка. Надо придумать место. Я его хочу так привязать. И чтобы он, ну, сутки, да, побыл. Ну, кстати, можно и сутки, чтобы в жару тоже такое место подобрать, чтобы без жары. Нет, надо, знаете как, именно ночью. Почему? Потому что комары летают днем, вечером. Короче, надо что-то придумать. А, знаете, что? Можно еще цепь натянуть этот. Вы поняли, да, этот, как его? Леску натянуть. И пусть бегает. Это просто очень... А если он на цепи вот так начнет уверенно стоять, как Спайк, вот двигаться, игра. Все, значит, он как минимум поймет, что можно это преодолевать. И, ну, будет спокойнее. Иди к своей красоточке. Она скулит. Какая она красивая. Идите, моя сладкая. Иди, Киарочка. Иди, она скучала по тебе. Ой, мама пришла. Молочка принесла. Шустрее с каждым днем.